телефона. Здравствуйте. Вы подавали заявку через личный кабинет на модель? Я не подавала. Смену номера телефона. То есть вы не подтверждаете? Нет. Я вас поняла, давайте проверим. Скажите, вы информацию о вашем личном кабинете кому-либо предоставляли логин и пароль? Нет. Карты нашего банка не были утеряны, правильно? Так это вы мне скажите, какие есть, не поняла. Сейчас конкретно о чем? Я вас прошу, карты нашего банка не были утеряны, украдены, находятся при вас? Ну да, наверное, да. Хорошо, Юлия Владимировна, я вас поняла. Вы можете убедиться в их наличии? А вы имеете в виду что, посмотреть на них? Потеряли. Не знаю, давайте сверим по номерам. Скажите мне номера. Номера чего? Карт. Я в ваш личный кабинет совершать вход не имею права. А, да? Ну, ладно, хорошо. Ну, я посмотрю. Данная заявка на потребительский кредит попала в обработку нашего банка из-за смены номера телефона от вашего текущего на новый с окончанием 7111. Номер также... И вы меняли, как я понимаю, когда я отвязываю сторонний номер телефона и направляю вам смс шаблонного характера с официального номера нашего банка. Если смс поступит на ваш номер, отвязка стороннего номера успешно. Что, не поняла? Не поняла вообще ничего. У вас, что вам непонятного? Ну, вы просто немножко картавите, и я немножечко не понимаю вас, поэтому извините меня, пожалуйста, там как бы часть слов просто... Данная заявка на потребительский кредит попала в обработку нашего банка. А, ну давайте я подъеду в банк. Подождите, давайте я подъеду. Вы и так подъедете, от вас ничего не требуется, никакой секретной информации вас никто не запрашивает. Я вам сейчас отправлю смс официального номера нашего банка для того, чтобы мы понимали... Так я могу зайти в приложение тогда. Я вам отправила только что смс. И? Посмотрите, оно вам поступает? Нет, у меня нету. Не указывает то, что вам смс доставлено. Это отлично, значит, смс поступает вам, а мошенникам поступали пуш-уведомления для зачисления данного кредита. Тогда, хорошо, нам нужно заполнить также заявку для старшего специалиста нашего банка для отклонения данного кредита, потому что денежные средства могут зачислиться в сумме 320 тысяч на ваше имя, но получите не вы их. Вы делали оплату на каких-либо сайтах покупки, авиабилеты, интернет, магазины? Так подождите, давайте я к вам подъеду, мы все заполним. До банка сколько вам добираться? Ну, мне тут недолго, минут 10. Сейчас вы дома, я так понимаю, находитесь, правильно? Почему? Ну, как бы я вот могу подойти к вам через 10 минут. Хорошо, тогда берите свои документы, стоит на задание в отделение банка. Да, так адрес вы мне скажете, где вы находитесь. Где я нахожусь, не по вашей области, это точно. Ну тогда, подождите, вы не звоните мне по моей области, вы не находитесь не в моей области. Причем здесь ваша область? ВТБ банк, он един. И где у нас находится главное офис отделения, в не в вашей что области, ли? Это точно. То есть вы в Украине, ВТБ да? Могут, в Украине находитесь? Филиалы ВТБ банка могут находиться... Я так понимаю, у вас украинский филиал, да? Подождите, а вы из какой области мне звоните тогда? Я из Тюменской области. Тюменской, ага, хорошо. А, простите, а что мои данные в Тюменской области делают? Я еще раз повторяю, что ВТБ банк – это единый банк. И отображается система банка в любой области. Хорошо. Пусть адрес скажет. Да подождите, а скажите мне адрес. Адрес не скажите в Тюменской области. Нет, точнее, в Питере куда подойти. А что еще вам сказать? Может, ваш адрес сказать? Да, так у вас уже есть мои данные. Скажите мой адрес. Почту, давайте. Так у вас же все должно быть. Конечно, все продолжается, и паспортные данные, и НЭД, и НИЛС, и адрес, ваш бонус, и все. Ну давайте, озвучите. Что именно вас интересует? Ну мои данные, какие у вас отображаются в банке? Где? Где?
Понятно. Спасибо. Что понятно? Что ты дура? Алло? Алло? Как у вас там дела? СМС много поступает? Можете сразу поменять номер телефона. Хуй лучше, блядь. Иди нахуй. Нет, Таня, не вариант, видишь. Сейчас еще раз наберет. Подожди, дай-ка этот. Может, позвонит? Прям интересно. О! Блин, что-то сбрасывает, подожди. Как у меня отображается, что громкая связь кричит, да? Нет. Она будет названивать теперь. А, да? Да-да-да, видно, они решили меня зазвонить. Хочется поговорить, понимаешь? Ты посмотри-ка. Я такая, а у меня входящий бесплатно, хоть кто-то мне звонит. Все, что ли? Да, ну да. Все смски закончились. Чем обидно, они не зарабатывают. Все, больше не будет звонить.